Приветствую вас, дорогие мои любимые подписчики. На связи с вами снова Куликов Сергей из сайта «Фокусы от моряка». В этом видео я приготовил для вас очередной достойный фокус. Называется он «Свитчи-свитчи». Я предлагаю перейти и посмотреть, как он выглядит. Окей, друзья, для того, чтобы показать вам этот прикольный фокус, я воспользуюсь колодой Bicycle Steampunk. Кому интересна эта колода, ссылку на покупку в проверенных магазинах я оставлю в описании к этому видео. Итак, мы выбираем себе зрителя, предположим, его зовут Ларри, и говорим: «Окей, Ларри, сынок, сейчас я покажу тебе фокус, которому меня когда-то научил мой дед. Это фокус с четырьмя дамами. Ты видишь их, сынок?» «Да-да, сэр, я вижу их вполне отчетливо». «Окей, Ларри, скажу тебе по секрету, я сейчас уже очень стар и не могу самостоятельно находить твои карты, поэтому для этой цели я возьму себе карту помощницу, которая будет мониторить ситуацию и в нужный момент мне подскажет, что делать. Для этой цели я возьму мою любимую карту, вот эту, и спрячу ее вот здесь вот рубашечкой вверх, примерно в середину колоды. Обрати внимание, Ларри, что никуда я ее не делал, не использовал никаких шулерских методов. Как она лежала рубашкой вверх, так же и осталась лежать. Твоя задача, Ларри, сейчас будет запомнить карту. Причем запомнить ее не вполне обычным способом. Сейчас я подсниму колоду в любом месте. Причем это будут, причем я подсниму рубашечками вниз, а не вверх, как мы это обычно привыкли делать. Я подсниму колоду в любом месте, начну пролистывать по одной карте, и ты, сынок, запомнишь любую карту. Ты все понял? Да-да, сэр, вы объясняете вполне доходчиво. Окей, Ларри, ну что ж, давай. Подснимаю и начинаю пролистывать по одной карте. Стоп! К примеру, Ларри сказал здесь: «Крестовый валет, Ларри, неплохой выбор, черт возьми, неплохой. Добавим твоего вальта к дамочкам, и, само собой, разумеется, Ларри, карт у нас становится 5. Раз, два, три, четыре, пять». Проведя картами над оставшейся колодой и совершив волшебный удар, мы сделаем так, что... По чуду, Ларри, твой валет крест исчез. Остается лишь 4 дамы. Раз, два, три и 4. Так где же твой валет, сынок? Я даже боюсь предположить, сэр. Это просто какое-то чудо. Окей, Ларри, не надо переживать. Если валет куда-то исчез, то, само собой разумеется, он где-то появился. Как ты думаешь, сынок? Да-да, сэр, звучит вполне разумно. Окей, Ларри, давай мы с тобой щелкнем пальцами и разложим оставшуюся колоду лентой. Обрати внимание, сынок, что все карты лежат у меня лицами вверх. Все да не все. Лишь одна карта выбивается из этой среды. Одна карта. Как ты думаешь, Ларри, что это за карта? Сэр, я так предполагаю, что... Все правильно, Ларри. Это твой крестовый валет. Вот такой вот прикольный и незатейливый фокус, дорогие друзья. Если он вам понравился, то прямо сейчас лайкайте, комментируйте и обязательно делитесь этим видео. Если вы до сих пор не подписаны на канал, то прямо сейчас подписывайтесь. Для этого достаточно лишь кликнуть по иконке с изображением кораблика и добро пожаловать на борт. Ну что же, мы как обычно переходим и учимся этому фокусу. Окей, друзья, давайте посмотрим и научимся с вами, как выполнять фокус, который называется «Свитчи-свитчи». Ну что же, для начала фокуса нам необходимо достать из колоды 4 дамы. Это можно сделать, не скрывая этого от зрителей, просто достать 4 дамы. Дальше положить их наверх колоды и взять вот таким вот образом их в левую руку. Обратите внимание, как я их держу. Большой палец, средний палец, указательный у меня сверху. Я показываю 4 дамы. Я говорю, что для этого фокуса мне понадобятся 4 одинаковые карты, это 4 дамы. Далее, я начинаю их складывать, и когда я складываю верхнюю, я вот так вот спускаю вниз, остальные над ней вот так вот собираю и откладываю в сторону. То есть здесь у меня 3 карты, 3 дамы. Здесь у меня 1 карта, 1 дама. Сразу же эту даму я затасовываю в середину колоды и говорю зрителю, что для того, чтобы... найти вашу карту, мне понадобится моя любимая карта, и вы ищете как раз эту даму. Находим даму, где она у нас, что-то мы ее пролистали.
Начинаю листать. Вот она, дохожу до дамы, говорю, откладываю ее сюда. И уберу в колоду рубашкой вверх. Саму колоду вы раскладываете лицами вверх. И эту карту, даму, кладете вот куда-нибудь в любое место абсолютно. Собираете. Далее, вам надо эту карту найти и перевести ее вниз, чтобы сделать второй снизу. То есть я пролистываю колоду, говорю, что, обрати внимание, она у меня осталась в колоде. То есть я ее долистываю и беру вот сюда вот в левую руку, она у меня последняя. То есть пока я показываю, говорю, что вот она у меня здесь, видишь, ничего я не сделал, не перевернул ее. Вот эту карту я беру на брейк, на мизинец. Говорю, вот видишь, все нормально, ничего я ее не перевернул, все хорошо. Кладем ее наверх, но брейк у нас вот так вот остается. То есть под брейком у меня сейчас, над брейком точнее, нижняя карта и эта самая дама. То есть вот таким вот образом. Теперь нам эти карты надо вывести вниз. Ну как я это сделал? Я просто разложил веер. Разложил второй веер. Провел руками. И вот этот веер, который был снизу, то есть который я захватил последним, да, я пару раз провел и положил его наверх. То есть у меня остается внизу карта, наверху карта. Точнее, внизу карта одна, сверху у меня карта одна перевернута. Итак, что делать дальше? Дальше вы говорите, что сейчас я буду подсниму колоду и буду пролистывать по одной карте. В этот момент нам эти нижние две карты надо взять на брейк. То есть вот так вот мы отлистываем эти две карты. Вот они у меня. Далее. Мы делаем то, что мы и говорили. То есть подснимаем колоду. Начинаем пролистывать по одной карте. Зритель нас в любой момент останавливает. К примеру, говорит стоп здесь. Мы эту вальта вот так вот переворачиваем. Далее подносим эти карты у нас на брейке. Мы готовимся их сейчас сбросить. То есть мы выдвигаем этого валетишку. И вот эти две карты кладем здесь. То есть вот у меня что получается. Вальта я выдвинул, но вот эти две карты я положил на него. Положил на него. Сразу же перевернул. Вальдета убрал сюда. И кажется, что вот он верхний лежит. И я сбрасываю эту карту на дам. Хотя это я отбросил сейчас даму сюда. А валет у меня лежит вот здесь вот. Под этой картой. Мы ее специально взяли для того, чтобы не спалить все дело. Чтобы вот типа как вот сбросили. И вот колода у нас также лицами вверх и лежит. Все, далее накрыли оставшимися картами. Эти карты мы собрали. И говорим, что вот, само собой разумеется, карт становится 5. Пересчитываем их как... 4 карты пересчитываем как 5. То есть вспоминаем прием Эмсликант. То есть нам, по сути, надо что сделать? Нам Эмсликант даже делать не нужно. То есть я переношу одну карту, раз. Вторую, а первую оставляю снизу. Захватываю вторую, говорю, 2, 3, 4, 5. То есть 4 карты пересчитываю как 5. То есть еще раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Казалось бы, 5 карт. Но проводим над колодой. Удар. Переворачиваем. Захватываем вот таким вот образом в левую руку. И вот так вот раскладываем 4 дамы. Обратите внимание, последнюю карту я держу вот таким вот образом. Более-менее знающий человек может подумать, что под ней находится наша карта, что, мол, мы показываем не все, а только 4 дамы, а под ней еще кроется карта. Но тут мы добиваем сомнения, мы переворачиваем вот так вот по одной карте. Как видно, карт всего лишь 4. Если карта где-то исчезла, то, само собой разумеется, где-то она появится. Щелкаем пальчиками. Раскладываем лентой наши карты. Ну и, конечно же, вот она здесь лежит. Та самая карта валет крести. Вот такой вот прикольный фокус, дорогие друзья. Если он вам понравился, то, конечно же, лайкайте, комментируйте видео. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех последних событий.
Туда я бросаю самые свежие новости. Ну и, конечно же, подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. Там я собрал абсолютно бесплатно 10 классных фокусов, которые вы вряд ли встретите на просторах интернета. Ну что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока!